А архив где? Как говорится, сейчас пойду по палаткам, там никого нет, а есть ли кто-то? Сейчас его наберут. По палатке все? Вышли. Да. Точно по палатке? С палаткой все? А, хорошо. Сейчас побегу. Нет, пусти. Доброго вечора, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас трошки відбулася така реорганізація. Ми трошки так сплотились. Пройшло таке з'єднання руху нових сил з рухом визволення. З ними все узгоджено, по кухні питання вирішене, вони будуть харчуватись з нашої кухні, звісно, там буде снабження і так далі. От. Хочу звернутись до представників руху нових сил, от. Так як ми і говорили, мені потрібно, щоб ви дали кількість своїх людей, щоб ми створили штат там і так далі, щоб все було у нас під контролем, щоб були дійсно люди-патріоти з нами, а не якісь там посібники злочинної влади і їхні агенти. Це добре, дякую. Я думаю, що агенти теж повинні бути з нами, тому що потрібно масу людей строїти дороги, в кар'єрах кайлом махати і так далі. Тому, будь ласка, пособників теж залиште, но для цієї справи. Друзі, ну що, сьогодні, самі знаєте, що, да, вечором. Що таке? А ну, хотілося б послухати вашу версію. Я-то знаю, що сьогодні. Сьогодні Христос народився. Слави моєго, да. А я так понял, судя по коварному смеху, по палаткам пойдет калядовать течику. Ну, вертеп це дуже добре. Кстати, хочу сказать, что там некоторые люди нас подкалывают, говорят, что мы тоже скоро тут начнем чистить зброю. Я думаю, что сейчас чистит зброю весь украинский народ, и это правильно. Я маю на увазе, что побыть с семьями на Новый год, подумать о Боге, подумать о себе. Такая небольшая перезагрузка в любом случае нужна и в духовном, и в физическом смысле, и в эмоциональном. Поэтому я думаю, что станем сильнее после того, когда народ у нас перестанет чистить зброю и т.д. и т.п. Ну, хотел вас привітати з цим святом, и в том числе тех хлопцев, которые пока не с нами. У нас двое на домашнем аресте, двое пока в тюрьме, один в украинской, другой в иншей. Вот. Но я абсолютно уверен, что они скоро будут с нами. Рад, что у нас полное тут взаимопонимание, порядок. Хочу сказать, что на голову явно выше и порядок, и дисциплина у нас, чем на, скажем так, двух майданах, на которых я был, на которых многие из вас были. Но прежде всего, потому что опыт, который, к сожалению, у нас он есть. Я надеюсь, что эта революция останется, во всяком случае, на нашем жизни будет, потому что, ну, в конце концов, у нас будет нормальная держава, которую мы будем разбудовывать, а все эти будки собачьи, в них должны жить собаки, а не люди, чьи там можно влаться. Вот, так что всех святом, и кто сегодня калядовать идет, калитесь честно. Просто сегодня были подготовки такие серьезные. Чудо, будешь выступать? Нет? Я так понял. Все, рад всех видеть, еще раз всех с светом. Когось є, щось доповнить? Ніхто вірша не хоче прочитати. Прочитає тоді, хай наступить. Добре, розійдись. Хлопці, хлопці. Що ти хочеш?